Несколько минут, и кузов блестит как новенький. Все, что нужно, чтобы отмыть трамвай снаружи – вода и автоматические щетки. Вагоны моют каждый день, когда они возвращаются в депо. С уборкой салона справляются 3 сотрудника. Другое дело – месячник по благоустройству. В этот период технику отмывают тщательней, а значит и трудится не менее 8 сотрудников. Основной вектор это в рамках этого месячника, это уборка трамваев и троллейбусов, потому что за осень, за зиму они, конечно, становятся очень-очень грязными. Привлекаются дополнительные бригады, не только из непосредственно мойщиков, которые исполняют прямые обязанности, но и также там кондуктора. На мойку одного вагона уходит примерно 1,5 часа. Специальными средствами очищают все подоконники, окна, поручни и сиденья. Потом их дезинфицируют. С мягкой обивки щетками убирают пыль. Потолок и пол моют в последнюю очередь, чтобы они успели высохнуть. Много пыли, очень много грязи. Вот это вот зимняя, особенно соль, вот, отмывается. Вот все белое. Приходится, конечно, сложно, но справляемся. В этом году было закуплено 5 мобильных моек, чтобы облегчить труд сотрудников. После уборки проверяют тормозную систему, ходовую часть и токоприемник. При необходимости трамваи проходят текущий ремонт. В мастерских ремонт идет круглосуточно. Наибольший объем работ производится в ночные смены. Это помогает еженедельно наращивать количество составов на маршрутах. Только после этого чистый и исправный трамвай выходит на свой маршрут, который также приводят в порядок. Очищают от пыли и грязи трамвайные пути. Убирают с них мусор, чистят опоры. На территориях предприятия также проводят генеральную уборку. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.